Хотим вам представить нашего кременчугского предпринимателя, работающий не только в Украине, но и пытается работать на международном рынке. Это Алексей и его компания Vyust, занимающаяся GPS-мониторингом автотранспорта. Расскажи нам немножко о своем бизнесе и его полезности для предпринимателей, для сообщества бизнесменов. И за одну минутку свой путь предпринимателя, с чего начинал и как ты дошел уже к тому, что у тебя сейчас есть компания и ты развиваешься на международные рынки. Я, прежде всего, являюсь вашим подписчиком. Я постоянно смотрю ваш канал, делаю комментарии. И, наконец, мечты сбываются. Вы мне сняли небольшой видеоролик. Поэтому, ребята, смотрите канал, подписывайтесь. И в скором времени, может, про вас снимут очередной видеоролик, и вы пойдете в передачу. Да. Минутка рекламы. Да? Минутка рекламы. Это на правах рекламы. Так вот, что касается, чем я занимаюсь. Я занимаюсь GPS-мониторингом транспорта. Это технология, позволяющая бизнесменам, тем, у кого есть наемный персонал, наемный транспорт, контролировать, оптимизировать расходы и сокращать. Смотри, практика показывает такая. Если есть водитель, вот эти в цифрах, реальный кейс расскажу. Каждый водитель в день дописывает 20-30 километров. 20 километров это на общем километраже не видно. А если умножить 20 километров на 22 рабочих дня, это получается 440 километров. 440 километров при расходе 10 литров на 100 километров, это получается 44 литра. Короче, миллион. 44 литра. Топливо 95-го стоит 1100 гривен. То есть это реальная экономия в месяц, которую ты можешь делать. Если сравнить со стоимостью оборудования, которое стоит 2000 гривен, купаемость за 2 месяца. Это что касается в цифрах. А самый большой эффект – это дисциплина. Когда человек, водитель, работник знает, что за ним наблюдают, из, как они говорят, из космоса, это уже облегчает работу, облегчает мониторинг, облегчает логистику. И уже водитель никуда не ездит там по каким-то своим делам, а полностью включен в работу. Сколько тебе нужно было денег, чтобы начать этот бизнес? Я начинал без каких-либо вложений. Я начинал, как пишут в учебниках, сначала нашел клиентов, который провел анализ холодную, взял телефонный справочник, обзвонил 100 предприятий, из которых 20 сказали, что им это интересно. Из этих 20 сделал 10 встреч, из 10 встреч и 2 клиента сказали, что нам это интересно. После того я начал заниматься этим делом. Что касается оборудования, которое нужно, и стартового капитала, это минимальное вложение. Если сам предприниматель хочет монтировать, то ему нужно там минимальные отвертки, тестеры и так дальше. Если можно сейчас и не монтировать, это только заниматься продажами, используя нашу сервисную сеть по всей Украине, где уже производят монтажи профессиональной электрики и автомобильной. Сколько сейчас компания может продавать в месяц? На какую сумму или в каком количестве? На данный момент мы продаем от 100 до 200 комплектов оборудования для разной техники. Сколько стоит один комплект в среднем? Для легкового автомобиля это стоит порядка 2000, для грузового автомобиля и сельхозтехники порядка 8000. Вот такая маленькая коробочка, это является GPS-трекером. Разновидностей есть много, что-то больше, что-то меньше, но приблизительно в основе это составляет вот такая маленькая коробочка. У него есть два провода, и эти два провода нужно подсоединить к питанию автомобиля. Есть трекера, которые более навороченные, которые поддерживают датчики уровня топлива, они уже побольше и с большим функционалом. Но такого трекера достаточно будет, чтобы вы отследили местонахождение и всегда видели машину в режиме реального времени. Сейчас мы зашли в учетную запись, где есть машина, к которой подключены GPS. Выбрав ее, мы, соответственно, увидим, где она сейчас находится. Давайте по первому. И то есть видно, что данный автомобиль находится именно вот здесь. И здесь видно вся его статистика. Где, как он был, куда он ездил. Каждая поездка выделена, соответственно, означает, что сегодня он проехал 37 минут 18...